Всем салют, ребят! Сегодня у нас понедельник, 9 июля, 2018 год. Как я прошлую неделю бездельничала. Вина была у меня. То, что моему безделью вина была вот моя рука. Покажите. Вот. Уже кожа, видите, облазит. Бипантолом я только мажу. Уже антибиотиком не мажу. Только бипантол. За неделю она у меня зажила. Булки сделала сегодня вот такие. 3 штуки уже отсюда взяла. Мягенькие. Сверху яйцом я не мазала. Кто живет в Турции? Может быть, в Азербайджане тоже есть такое. Не знаю, ребят, честно. В Турции есть пекмес. Это сироп из шелковицы. Тутовника. В Средней Азии это называется тутовник. Вот здесь нарисован он белый и синий, черный. Вот такой вот. Значит, сверху я помазала вот этим пекмезом. И пикает, машинка постиралась. И несколько булочек я сделала с тахином. Тахин — это вот, видите, семечки кунжута. Раздавленные семечки кунжута. Получается вот такая вот тахиновая паста. Это вот в турке кушают как тахин. Тахин пекмес называется. Тахин пекмес вместе в тарелочку берут, ложечкой смешивают. И такая получается жидкая халва, можно сказать. И макают всякие лепешки, хлебушки и кушают. Также в выпечку добавляют. Значит, у меня здесь есть несколько штучек. Вот эти вот. Ну и посыпала сверху чернушкой и кунжутом. Есть... Быстро хочу сказать, не могу, что такое. Есть у меня, значит, с тахином. Просто лепешечку сделала, такую колбаску длинную. Туда помакала немножко тахина, залепила и скрутила калачик. Фигушки я называю их. И пофигушки. Значит, булочки у меня. По-турецки салча. Бибер салча. Из перца сладкого, красного. Такие толстые стенки есть. Но он не болгарский. Он потому что такой продолговатый. Пасту делают из этого бибера, из перца, так же как из помидор. Вот этим просто я помазала. Мальчишки у меня кушают такое с тахином, с перцем, пастой перцовой. И еще сюда несколько сделала, по-русски это творог будет называться. По-турецки называется лор пейнери. Тоже так же раскатала колбаску, приплюснула, лепешечку сделала и побросала вот этого лор пейнери. Творога по-русски. Так защемила, завертела калачики. Вот здесь немножко видно, видите? Творог. Кушает. Ну, вроде как начинка есть, понимаете? Тесто я делала дрожжевое. Если будет интересно, в комментариях. Кому будет интересно рецепт, напишите в комментариях. Я вам потом подробное видео тогда сниму. Ну, это обычное дрожжевое тесто в домашних условиях. Как мы делаем. По-моему, все это знают. Ничего там особенного нету. Дрожжи, молоко.
масло растительное, сахар, соль. Еще в тесто я добавила семечки очищенные подсолнуха. Все. Ничего такого особенного там нету. Мука. Замесила, подождала. Час я ждала. Очень жарко. Потом булки сделала, формировала и ждала еще полчаса, когда они поднимутся. Все. И за духовку. Вчера аж ходила в магазин, наконец-то я купила пергаментную бумагу. Ну, бумагу для выпечки, так как у меня ее не было. На фольге проблематично. И сверху помазала вот этим пекмезом вместо яйца и масла. Просто когда вытащите, можно еще бутербродным маслом сверху смазать или растительным маслом. Оно будет такой глянцевый тогда. Поблескивать будет. Лучше, конечно, сливочным. Блестеть будет, блестящие будут. Ну, я не масло. Для меня и так красиво. Машинка пикает. Надо пойти отключить. Вот фиалочки. Как я вам говорила, уже грозди у них. Грозди. А сегодня жарко у нас. Градусов 40. Еще и этот включала. Печку эту свою. Совсем жарко на кухне. Очень жарко. В общем, как-то так. Что будет интересного, еще покажу. Может быть, в этом дне что-нибудь будет интересное. Надеюсь. В общем, увидимся, пока. Сижу, жую булки. Они уже хорошо отстыли, так как я их делала утром, а время у нас уже 4-5 час. Они мне напоминают, знаете, какие булки? Советские времена. Я не знаю, по всему же Союзу продавались такие булки или нет. Но вот в Сибири у нас продавались булочки по 9 копеек. Были по 3 копейки с изюмом и по 9 копеек. Они были побольше, чем по 3. И они были ванильные, больше ваниля там было. И сладости больше, хоть и без изюма. Я их очень любила. Вот эти булочки мне напоминают вот те. По 9 копеек. Только в моих булках еще есть семечки. Подсолнух. Семена подсолнуха я добавила. А если вот еще побольше сахара, так как я же их делала соусом и с соленым сыром, ну, творог, по-русски творог, но он как брынза получается. Просто рассыпчатая и соленый. В Турции не соленого сыра, брынзы, творога такого нету. Везде присутствует соль. Даже в кефире соль есть. И вот если добавить побольше сахара и ваниля, я не добавляла ванилин, так как я же делала. Ну, они у меня есть сахар, но они не такие сладкие, потому что мужички бы не кушали сладкие булки мои. Сходили на базар с ребенком, купили кукурузу. Ну, овощей купили, порезали, налопались. Но от булок, не знаю, худеть собралась, но булки очень вкусные. Не могу прямо остановиться. Очень вкусно. Очень вкусно, правда. Мишка, жена Мишка. 600 kişi her ay 20 bin lira eski parayla 20 milyar lira maaş alacak. Bedava hastaneler, bedava efendim bunları biliyorsunuz. Был бы превосходным доктором, окулистом, гинекологом. 100
только бы денег заработал, был бы миллионером, самым популярным гинекологом в Турции. Точно. Клевая работа. И ювелиром бы мог тоже быть. Смотри. Ну, воровать у тебя, наверное. Вот гинеколог бы был бы из тебя превосходный, точно. Ладно, не мешай. Ладно, лагерься.